21 работа мастеров из студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова можно увидеть на выставке «На страже Отечества» в Ульяновском областном художественном музее. Все эти картины отражают знаковые события истории нашей страны. Подвиги военной доблести показывают солдат, защищавших Россию от времен Александра Невского, Дмитрия Донского и заканчивая современностью. На этой выставке представлены картины художников разных поколений. Вот сама студия, она образовалась в 1934 году. И уже с первых дней ее основания художники, работавшие в ней, непосредственно выезжали в военные части. Они принимали сами участие в военных событиях. Вдохновителем выставки стала личность благоверного князя Александра Невского, причисленного к лику святых. В экспозиции присутствуют три работы, на которых отображен Невский. Картина молодого художника Ильи Лебедева демонстрирует победный момент в битве на Чудском озере. Еще одна картина из фондов Ульяновского областного художественного музея неизвестного художника 30-х годов 19 века показывает героя, готовящегося к битве. На третьей картине художника Алексея Михайлова образ Александра Невского заметно отличается от предыдущих, но тем не менее мы видим на ней настоящего полководца. Художников студии Грекова отличает огромное внимание к деталям костюма, военного снаряжения, быта. Для них важно каждую вот эту деталь передать так достоверно, чтобы она стала понятна любому человеку, который живет вот в наше время. В экспозиции есть работы ветеранов Великой Отечественной войны. Например, картину «Бой за деревню Крюково» создал Анатолий Горпенко. Воспитанник студии Анатолий Андреевич, вооруженный самодельным этюдником, пистолетом ТТ, гранатой, прошел войну рядом с солдатами. В разгар тяжелых боев под Крюково он был на передовой. Так каждая картина посвящена какому-то событию. Страницы далекого прошлого России, ее борьбы за государственное единство и независимость – главное в работах народных художников Евгения Данилевского, Владимира Таутиева, Алексея Федорова, заслуженных художников России Алексея Михайлова, Михаила Полетаева и других. Выставку можно будет посетить до 24 августа. Ирина Антонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.